В Люберцах прошло очередное заседание Общественной палаты городского округа. Среди рассмотренных вопросов – участие спортивной общественности в волонтерской работе и особенности развития массовых видов спорта в период пандемии. На заседании побывали мои коллеги. В повестке заседания Люберецкой общественной палаты 6 вопросов. Практически все они касаются развития спорта на территории городского округа, в частности, силовых видов. В нашем городе это направление зародилось в конце прошлого столетия и сейчас продолжает активно развиваться. А воспитанники секции становятся победителями и призерами различных соревнований. Одно из предложений общественной палаты – сделать Люберцы столицей именно силовых видов спорта. А в столице должен быть свой символ. Мы предложили в прошлом созыве сделать композицию, посвященную люберецкому бицепсу. В нашем городе проживает и достойно тренируется неоднократный чемпион мира по жиму штанги лежа Анатолий Сербин. Все его прекрасно знают. Объем бицепса 60 сантиметров. Вот как бы, если поддержите, то будет именно его бицепс представлен в этой композиции. Эту идею поддержал присутствующий на заседании министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков. Глава спортивного ведомства также ответил на вопросы членов общественной палаты. В частности, когда на федеральном уровне будет принят закон, приравнивающий тренеров к педагогам. Министр спорта посоветовал не торопить с принятием такого решения, ведь тогда спортивным школам нужно будет получить образовательную лицензию. Будет для того, чтобы выполнить стандарты, получить лицензию образовательную на эту спортивную школу, на 70% сократить. Для того, чтобы эти 70% перераспределить между теми видами спорта, которые есть, у вас уже будет их не 78 люберцев, а 19 или 15. И, соответственно, люберцы будут развиваться между всех остальных 15 видов спорта. Это уже будет там не 9 тысяч или не 5 тысяч спортивного резерва, это будет там 1000 человек. Также общественники единогласно приняли решение выдвинуть кандидатуру заместителя председателя общественной палаты Андрея Шестакова на присвоение ему звания «почетный житель городского округа Люберцы». Окончательное решение примут депутаты Совета депутатов на одном из заседаний. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.